За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит». «Но как я пойму его? Ведь я не знаю его язык». «Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед». «Как и когда я должен вернуться к тебе?» «Твой ангел скажет тебе все». «А как зовут моего ангела?» «Неважно, как его зовут. У него много имен. Ты будешь называть его «Мама».